Вот такой вопрос мне задал подписчик моего канала в Телеграм. И только я собрался записать ролик, как мне приходит сообщение от еще одного подписчика, который задает практически такой же вопрос, но только другими словами. Понимаете, мы каждый день сталкиваемся с ситуациями, когда наши собственные личные интересы вступают в конфликт с интересами кого-то другого. Причем даже не важно, кто это, мужчина, женщина или государство. Естественно, у многих мужчин, ну если речь идет про мужскую самооценку, возникает вопрос, а как же правильно поступить в такой ситуации?